Всем привет! Хочу сегодня сделать обзор на мою красавицу кимоно. Эту орхидейку я пересаживала. У нее очень большие листья. Сама, ну, уже очень взрослый цветок. Ему лет 5, если мне память не изменяет. Может, даже чуть побольше. Пересадила ее в такой большой очень горшок. Объем горшка не могу сказать. Вот. И, значит, я ее пересадила. Она у меня процвела буквально. Там несколько цветочков у нее был, небольшой цветонос. И тогда на глаза мне попалась цитокининовая паста. Видео с этой пастой я прикреплю в описании. 28 февраля 2019 года я ее помазала цитокининовой пастой. У нее был цветонос. Вот этот вот цветоносик, от которого она мне дала два ответвления. То есть вот этот и вот этот. И когда она у меня зацвела, цвела она просто шикарно. Когда появились цветоносики, вот этот вот и вот этот цветонос, вот здесь вот появилась какая-то... Даже не знаю, как ее назвать. Я почему-то думала, что это будет детка. Но когда начали расти цветоносы, вот этот вот отросточек, он просто замер. Все. То есть полгода с ним уже вообще ничего не происходит. Он вот в таком вот замершем состоянии. Но эта орхидея, как она начала цвести, и цветет она до сих пор большим красивым каскадом. Она до сих пор доращивает цветоносы до сих пор. Вот еще одна бульбочка будет цвести. Вот здесь вот собирается, продолжается цветонос. Она была очень красивая, прям очень шикарная. Я ее как-то так умудрилась загнуть, что вот видите, у нее вот так вот, вот этот вот цветонос, вот этот, он идет вот так вот и вниз вот так вот спускался. И она цвела очень красиво, начиная отсюда. Вот так вот были цветочки, вот здесь вот были цветочки. Прям очень красивое цветение и очень долгое. Цветет она очень долго. Сейчас на ней 6 цветов, плюс еще один скоро распустится. И вот здесь вот она продолжает доращивать цветонос. То есть здесь будут еще цветы. Тут все отцвевшие. То есть цвела она очень красиво, очень много было цветов. И на днях я заметила вот здесь вот, сейчас сфокусируется. Ну что ты не хочешь фокусироваться? Вот. Еще один какой-то отросточек. Может, все-таки она мне даст детку? Прям очень бы хотелось, конечно, деточку с этого цветка. Потому что она цвести цветет, но деток на ней ни разу не было. Вот. И надеюсь, конечно, что вот этот отросток тоже что-то из него будет. Похоже на детку. Но это мало. Она цветет, цветет. Ну, такая молодец, работяжка. И она выпустила еще один цветонос. Уже новенький. Это еще один цветоносик. Уже вот какого размера она отрастила. Этот старый цветонос, который полгода назад был. И с цитокининовой пастой. А это уже новенький, молоденький цветонос. И знаете, что я заметила? Как нужно подкалывать орхидею, направить цветонос, чтобы его заколоть, чтобы не повредить, не обломить, чтобы... Вы можете уже придумать, сделать все что угодно, сделать арочку из орхидеи, так вот их согнуть. В общем, когда она выпускает цветонос, вот эта часть очень жесткая. Ну, здесь никогда не бывает цветов, все это прекрасно знают. Отсюда могут либо только детки, либо когда обрабатывать цитокининовой пастой, выпустить новые цветоносы в стороны.
Здесь никогда не бывает цветочков. И вот эта часть, она очень жесткая. Вот именно. Но когда дальше продолжает она постепенно доращивать цветоносик, вот эта вот часть, она очень мягенькая. То есть у кого сейчас цветут, ой, не цветут, а растят цветоносы, можете даже потрогать. То есть вот это вот последние, ну, грубо говоря, 7 сантиметров, вот эта часть очень мягкая. И пока вот она в таком состоянии, то есть здесь жестко, а здесь мягенько, вы можете вот этот кончик легко, спокойно направлять, куда вам нужно. То есть вот здесь она у меня выпустила. Через какое-то время я воткнула палку и вот здесь вот закрепила заколочками. Дальше она пустила, она начала вот так вот в бок расти. Но вот эта вот часть была мягенькая, и я ее тоже ровненько взяла раз и заколола прищепочками. И теперь дальше получается вот этот кончик, он сейчас тоже мягенький. То есть он прям легко его можно нагнуть, согнуть и направить куда бы вам хотелось. Ну, как бы это из моих наблюдений, как можно легко и просто направить растущий цветонос. Так что вот, сегодня моя красавица кимоно. Сейчас сентябрь месяц, и это одна из цветущих у меня орхидей. Сейчас ничего больше не цветет, одна доцветает. Но вот это уже радует почти 4 месяца кимоно. Оказалась еще та цветунья, прям красотка. Я не знаю, я смотрю на нее, прям любуюсь на эту красавицу. А остальные орхидеи у меня сейчас в таком состоянии, такое ощущение, что у них наступает весна. То есть не осень, а наоборот весна. Потому что многие выпустили цветоносы и собираются цвести. Поэтому скоро, надеюсь, в ближайшем времени сделаю обзор именно уже на цветущих красоточек. В общем, вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!